Всем привет, это домашние веселушки. Мы сегодня приехали на елку на телецентре покататься на горках с Лизой. Лиза, привет, скажи. Ну, будем ждать, что сказала. Здесь, в принципе, очень красиво, даже. Вот мы идем, такие елочки символические, стилизованные. А это красавица елка, которая ночью сияет разноцветными огнями. Ледяные фигуры в форме Спасской башни. Они здесь везде. Лизе не понравилось на горке. Но вот это страшное. Вообще здесь красиво. И Снегурочка с Дедом Морозом. Хочешь покататься на машинках, да? Лиза убегает, потому что очень хотела кататься на машинках, а мама не разрешила. Все-таки здесь очень холодно и очень сильно дует ветер. Этот шар, он ночью светится, очень красиво, между прочим. Лиза, смотри, какие пони! Вон! Мягкие снежную даль, три белых коня, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Вот так вот мы здесь отдыхаем. Приезжайте, присоединяйтесь к нам. Здесь хорошо, для маленьких детей особенно.